строительные площадки Подмосковья проверят на пожарную безопасность. Рейды по проверке соблюдения пожарной безопасности пройдут на всех строительных площадках Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона, передает телеканал 360. Проверки соблюдения правил пожарной безопасности на строящихся объектах – это часть системной работы надзорных органов. В этом году в рамках совместных рейдов планируется проверить более 100 объектов строительства. Особое внимание при проведении надзорных мероприятий будет уделено проблемным объектам долевого строительства, сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Максим Фомин. Этим займутся инспекторские составы Главгостройнадзора Московской области и Главного управления МЧС России по региону. Они осмотрят территорию строек и бытовые городки, расположенные за ней. Все обнаруженные недостатки оценят компетентные органы. По словам Фомина, с начала этого года на проверенных объектах выявлено 202 нарушения, из них 120 уже устранено. Общая сумма штрафов составила более 10 миллионов рублей. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.